Итак, дорогие друзья, сегодня 2 октября и рубрика «Дачный сезон» подходит к концу. Сегодня я нахожусь на грядке со свеклой и с морковью. И вот сейчас, да, я уже закончила здесь свою работу, перекапывание земли. То есть сегодня, да, мне нужно было вот скопать именно тот участок земли, на котором я сажала морковь и свеклу в этом сезоне. Итак, я закончила, да, перекапывать землю по всему периметру. Значит, то, что оставалось на грядках, да, та ботва, значит, я ее всю закопала в землю в небольших ямках. Значит, сделала небольшие углубления. И... Да, все остальное, да, я перекопала по всему периметру. И да, на сегодня я закончила свою работу. Значит, вот что у меня получилось. Так, итак, да, на сегодня я с вами прощаюсь. Но еще осталась грядка с петрушкой и грядка с капустой брокколи. То, что еще может как бы находиться в земле, да, то есть такая сейчас благоприятная погода для капусты и для петрушки. Вот. Ну а на сегодня, да, я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего дня и хорошего урожая.